Nokia N70. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia N70». Классическими причинами неисправности или некорректной работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Дисплей меняется несложно. Металлической лопаткой поддеваем дисплей со всех сторон и вынимаем из рамки. Шлейф идет в сборе с дисплеем и отдельно не меняется. На шлейфе находятся элементы управления дисплеем. Новый дисплей устанавливаем в рамку и аккуратно надавливаем пальцами на края дисплея. Все, дисплей заменен.